Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной спикер, которого вы уже видели в наших интервью. Он в представлениях уже не нуждается, но все же представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете. Ну, я, конечно, начну с того, что я восхищен Сергеем Крадиновым, который из выставки в выставку работает. Меня зовут Станислав Твердохлебов. Представляю я компанию «Вита» из Омска, а всегда титрую как граф Сютека. Это мой личный знак такой. И, как вы видите, вот я сейчас продукцию принес, значит, уже в пластмассовой упаковке, 250 грамм, непосредственно с моим портретом. Но и продолжаем мы продукцию выпускать Юлии Высоцкой «Едим дома». Это 200 грамм. Вы видите, вот пачки отличаются очень разительно, но в этой 200 грамм, а в этой 250. Но за счет воздушности и за счет особой технологии из использования современного отечественного сырья, вот Россия достигла того, что сейчас мы полностью обеспечиваем производство фунчозы на 100% из отечественного сырья. И на пачке мы не побоялись написать исключительно из российского высококачественного сырья. Поэтому... Не побоялись еще напечатать ваш портрет, так сказать, как лицо компании, которая на всех выставках рассказывает о преимуществах продукта? Да, вы правы. Сейчас, значит, обзор вот сделан, и подняли мы планку закупок со стороны, значит, покупателей старшего возраста. Если фунчозу в основном покупала молодежь, то как только увидели портрет и красный цвет, то есть они сразу говорят, это коммунисты наконец-то стали выпускать, значит, продукцию доступную, и стали покупать возрастная категория 47-65 лет. Вот, что никогда раньше не было. Благодаря тому, что сейчас в сетях есть карточки, и по карточкам отслеживается, можно отследить, какой возраст, а какая возрастная группа. Поэтому «Един дома» покупает молодежь, а с моим портретом, вот где, значит, я призываю, поддержим отечественного производителя, люди, которые жили, так сказать, в Советском Союзе. И, соответственно, изо всех окраин как бы стекается информация о том, что, да, значит, увеличиваются продажи. Но хотел еще раз обратить внимание, что мы и на пачках написали без ГМО, значит, халяльная продукция, получили все сертификаты. В прошлый раз, я вам помните, хвалился медалями, наградами, вот. И это позволяет нам показывать потребителю, что мы следим постоянно за качеством. Постоянно следим за качеством и за сырьем. Из чего конкретно? В противовес компании есть много сейчас, тысячи компаний, которые получают сырье из Китая, Кореи, пакуют и делают. Они также точно могут печатать, все что угодно, да, но зачастую они, ни лаборатория их не позволяет проверить. А мы знаем даже и конкретно, из какого совхоза, колхоза получено сырье, понимаете, исходное. И это важно. Ну и так как, значит, Сибирь еще славится тем, что реки пока, значит, чистые, даже водится осетр в реках и водится форель, поэтому вода чистая, поля не так загрязненные. Вот. Поэтому это все позволяет нам утверждать, что продукция высокого качества из чистого сырья. Отечественную фунчозу в каждый дом. Наверное, это лучшее завершение нашего интервью. Спасибо вам большое и надеюсь, что все возрастные категории будут наслаждаться вашей фунчозой. Спасибо вам. Значит, я обязан, глубоко обязан вам тем, что вы придумали такой, значит, сленг, такой слоган, значит, отечественную фунчозу в каждый дом. Да, почему? Потому что это тот продукт, который по калорийности, мы стали указывать калорийность. Если увидите, 134 килокалории, килоджоуль или 320 килокалорий. Вот. То есть это как раз та норма, и человек может себя, так сказать, насладиться салаты, особенно хорошие салаты, но мы дальше, и у нас стенд есть, я вам приглашаю вас на стенд, вы можете, может быть, если это в функции ваши входит, снять, посмотреть, там сотни пачек стоят и написано «Омская область». Вот. Поэтому, значит, как говорят по-английски, welcome. Спасибо, мы очень постараемся и надеемся, что
многие посетители нашей выставки тоже найдут ваш стенд и удостоверятся в качестве вашего продукта. Спасибо большое. Два слова для английских покупателей, которые здесь находятся. Ladies and gentlemen, society has always been competitive, but in this century, life is perhaps more competitive than in any previous area. Even as children or old men, we are already intent on showing that we are not merely different, but in some way superior of each other. На этой доброй ноте я хочу закончить. Спасибо вам. Как говорил мистер Мутко, let me speak from my heart.